Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд. Пожалуй, не тех, кто не слышал хоть раз в жизни эти имена. Звезды модельного бизнеса прошли немало испытаний, прежде чем обрести славу и многомиллионные контракты. Сегодня любой желающий может попробовать себя в этой профессии. Но сначала нужно пройти обучение в модельной школе. Тем, кто только начинает свой путь в модельной карьере, я рекомендую усердно трудиться, посещать все занятия, не останавливаться ни перед чем, ничего не бояться, и ваша мечта обязательно будет реализована. Один из самых важных навыков модели – владение искусством подиумного шага. Преподаватели в модельной школе учат классическим шагам, позам и перестроениям. Успели меня научить дефиле, фотопозированию. Меня снимали как-то раз. Я очень хотела записаться в модельную школу, потому что мне нравятся стили, мода. И я хочу стать дизайнером одежды. И в этом тоже может помочь модельная школа. Ведь помимо дефиле и фотопозирования можно научиться основам стиля. Все уроки – это практические занятия, это формат игровой. И самый любимый формат у конкретно деток – это игровые карточки. Мы прямо карточками составляем комплекты. В одном комплекте должно быть не менее 4 вещей и аксессуары. И каждый ребенок потом рассказывает, что он хотел показать комплектом. Занятия в модельной школе – это всестороннее развитие. Основы этикета, актерского мастерства и психологии обязательно пригодятся в повседневной жизни. Поэтому такое обучение подойдет и тем, кто не мечтает связать свою жизнь с фэшн-индустрией.